В южнокорейском городе Каян показали дебют первого кроссовера люксовой марки Genesis. До этого у премиального суббренда компании Hyundai было только три модели седанов. Сегодня мы представляем кроссовер GV80. Он воплощает новейшие технологии и дизайн, которые идеально отражают динамическую элегантность. Кроссоверы Genesis будут выпускать полноприводными и заднеприводными. Производитель предлагает версии с двумя либо тремя рядами сидений. Кузов сделан из стали, а двери и капот алюминиевые. Пока представлена машина с 3-литровым турбодизелем мощностью 278 лошадиных сил. Позже появятся бензиновые турбодвигатели объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 300 и 380 лошадиных сил. Коробка передач у всех версий автоматическая. Кроссовер оснащен адаптивным круиз-контролем, который обучается у водителя его манере вождения. Также есть система предупреждения о возможном столкновении. Автомобиль оборудован 10 подушками безопасности. Одна из них установлена между водительским и пассажирским креслами. В кроссовер также внедрена новая система активного подавления шума в салоне. На панели приборов широкоформатный дисплей медиасистемы размером 14,5 дюймов. Можно включать проекционный экран. Предусмотрена рукописная система ввода данных с помощью сенсорной панели. Genesis GV80 уже можно заказать в Южной Корее. Цены начинаются от 57 тысяч долларов. В течение года кроссовер появится на рынках США, Канады, Австралии и России. Модель будет конкурировать с такими автомобилями, как BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE.